Весенний фестиваль в Китае. На северо-западе страны из разноцветных булочек создают замысловатые кулинарные композиции. В моде в этом году фигурки свиней и драконов. И неувядающая цветочная тема – пионы. Выпечка булочек – многолетняя местная традиция. Новый год в Китае – праздник, когда собирается вся семья, поэтому еды на столе должно быть много. Одно из главных блюд – пельмени. Ими рекомендуется наесться досыта, и тогда в доме весь год будут деньги.